Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». Так, ну что, давай откроем сундук с тобой, обычный. Так, 20 монет, шаропопка, Амур Аркинсон, так, специалист Янси и малобюджетный Тони. Вот и все, что нам с тобой выпало. Так, ну что, активировали следующий сундук. И теперь попробуем сегодня дойти до 381 миссии. Погнали. Так, что у нас здесь, я вижу. Так, ну если мы будем с тобой удачно перехватывать вот этого, например, лохмандея, то у нас все будет ништяк. Только вот кого бы нам... Стоп, подожди, а что это у меня? Что это такое, я не понял. Давай-ка мы, наверное, немножко с тобой поменяем. Ну, во-первых, нам нужна будет кислота. Пиратка зачем-то у меня здесь стоит. В прошлый раз, да, мы с тобой экспериментировали, поэтому все осталось именно с тех боев. Так, не знаю, стоит ли нам брать магичку. Возможно, стоит. Возможно. Но если мы возьмем магичку, понимаешь, дело в том, что Гринч, вот этот вот, он будет резать чего у нас? Да ничего, у него только у нас... Блин, надо пламя убирать тогда. У нас иначе ничего не останется. Именно из бойцов, кого он будет резать? Так, а что же нам тогда с тобой тут... что лучше взять? Вот так вот скажем. Кого лучше взять? Можем вот эту вот курицу попробовать. Давай, рискнем вот такой вот, так сказать, командой. В бой. А, тут еще вон у него 9 уровня. Этих всех мы ядом будем шпарить. Главное перехватывать вот этого вот заводного робота. Да? Поехали. Так, Амура. Сразу вызываем Амура. А что это у него кузнец идет с какой-то огненной аурой вокруг? Я не понял. Что за дела такие? На! Ну, этому роботу крышка. Заводной. Доигрался. Ах ты, началось, да? Мы просто успели перехватить, и он, короче, полный залп своей вот этой базуки по своему призывателю вдарил. Вот так вот. Ну что, мы с тобой двигаемся. Первая победа довольно удачная и легкая была. Ой, ёк-макарёк, опять эти орки пришивы. Да как же вы меня достали, вот серьезно говорю. Особенно вот это вот, со своим отражением урона, то есть магичка это будет, естественно, фейлиться сразу же, да? Ох ты, шаропопка, нифига какая гигантская, блин, шаропопка идет. Это смотри. Просто гигантская. Ага. Давай, куранок, бомби. Там, друг с другом, подеритесь. Ничего не выходит. Эй, ребята. Да чё ты, там? Робота. Окей, все хорошо, ребята. Рафаэля этого загадочного, Рафа. Бомбанул. Не по-детски. Естественно, магичка сразу отдупляется. Смотрим. Шаропопка, такой здоровый он, да? Ага. Давай, по своему же бей. Завалили. Да блин, Раф, ты этакий. Ну давай, допустим, так. Ушатали быстро как-то мы. Давай, бомби своего. Пока есть такая возможность. Ну там осталось пару ударов. Ну... Вот, пошел. Е. Долго, конечно, долго, но... Результат не заставил себя ждать. За нами, как говорится, победа. И мы переходим на следующую миссию, 373. Так, бой будет сложноватый.
И, кстати, мы видим здесь опять этого Финфиники, блин, который будет заниматься своим толкунчеством. И опять же 17 уровень. И опять же у него Брок. Да. Не самое лучшее, конечно. А давай вот без вот этого вот. А, он отравленный, все, он отдупился. Его, кстати, хорошо травить, вот что я заметил, ребят. Если его отравлять, именно этого Финфиники, то вообще все имбово получается. Ух, ё. Ты гляньки, что творит, а. Давай, вот залп по-своему, ну. Ну давай ты, блин, нет, нифига. Не стал он делать залп, к сожалению. Ну, мы будем его перехватывать, переманивать. Вот, ударь по нему. Естественно, естественно, с отражением урона. Тут без этого никак. Давай, 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 куромет. Куромет. Опа. Так, ну что, мы сделаем таким вот образом. И вот так вот. Всех их там на яд посадим. Естественно, блин, с этим вот постепенным уроном, это, конечно, какая-то трешня получается. Давай по чесноку, да? Ну? Да вы бомбанете или нет? Ёб просто... Все, началось. Давай, по-своему, есть! Просто один выстрел сделал по-своему, ребята, и распластал призывателя. Опа, денег неплохо дали, это хорошо, это радует меня. Ну, а у нас 374-я миссия, и здесь... Ну, если только волосатый Андрея может нам что-то испортить. Ну, вот это еще бабка. Курятница, так я ее называю обычно. Тут отхил у него зачем-то. Не знаю, вроде танков таких нет мощных, но... Может быть, он хочет на волосатом Андрея сыграть? А, у него два, получается, хила, да? У него, получается, два хила. Так, тихо. Да хорош уже. Ага. Так, заморозили. Андрей там что-то тоже стоит. Не-не-не, давай его без вот этого вот всего своего выкрутасничества. Ну, да заманит этого... Ни шиша, не хочет. Ладно, будем действовать по-другому. О, Курчик. Курчик хорошо, кстати, постарался здесь. Кролик в минус. Опа. Вот, вот так вот. Надо было так давно сделать. Просто взяла своего призывателя, тюк, в расход пустила и все. Сердитая бабуля. Угу. Ну что ж, бабуля. Бабуля нам пригодится, а у нас 375-я миссия. Так, 6 уровня краб бесевый плюс Альфред. Альфред. Этот мелкий... А, у него уже здесь есть огонь. Так что, ребят, будем аккуратнее в плане того, что вот этих вот старичков он может, скорее всего, зажарить пламенем. Так, скорее всего, и будет. Даже, скорее всего, вероятнее так будет. А вон там, я вижу, уже краб-крабский ползет. Давай вот так, наяд их всех. Не понял, ты что, забор что ли собираешь? А, кексик. Ну ладно, хорошо. В плане, я не понял. А он что, тоже отражает урон? Зашибись пламенем своим вонючим. Так, Гринч, давай, ты это... Я не знаю, резай там что-нибудь, делай. Ты видишь, этот хламон идет? Он второго еще позвал. Угу, сейчас взорвется, сейчас хлопнет. Они еще и отравились. Да, с отражением урона эти охламоны, оказывается. Альфреды эти. Блин, магичка, ты меня просто убиваешь вот этим своим. Что происходит? Ну? Все гениально и просто, сейчас взлетишь же на воздух. Окей, допустим.
Да, старики, действительно, ребята, тоже получают урон. Что за мода пошла? Видишь, тут ты... О, рисанулся. Молодец, красавчик. Видишь? Видишь, что творит, блин? То есть мы наносим урон и, соответственно, сразу же погибаем. Вот тебе, блин, и весь расклад до копеечки. Да сдохнет он сейчас. Да фиг там он сдохнет, блин. Да, мы так будем с тобой до посинения здесь, короче, бомбашиться туда-сюда, переплевывая. Ну, кексиков тут налепил, блин, наклепал своих. Целую кучу. Я выбираю тебя, кричит он там. Выбирай ты там кого хочешь. Угу. Всех моих, кого мы тут с собой призываем, он всех просто уничтожает на раз-два. Там немножечко остается уничтожить. Так, метеор-шоу начинает, зашибись. Ну успеете вы, блин, заклепать-то, господи, этого... Есть! Молодец, куробой. Все-таки домомбил. Фига, как долго мы там с тобой телепункались. Да. Ладно, главное, прошли. 376-е у нас миссейство. И... Да ничего тут сложного. Тут моновахтерша идет это с щитом. Плюс бумеран, робот этот. В принципе, как бы у них же, по-моему, у всех орков, да, идет отражение урона. Насколько я понимаю, даже... Или нет? Проверим сейчас. Ага, отдуплилась. Туда тебе и дорога. Вот я знаю, что... Ага, вот ты как. Я знаю, что вот эта вахтерша Мона, она весь урон берет на себя. Ага, он Гринча не может пробить сразу же. Это большой плюс для нас. А вот это вот, почему заморозка срабатывает? Я не могу понять. У нее есть какой-то небольшой шанс применить заморозку, что ли? У нашей магички. Круто, конечно, было. Эх, все-таки бомбанул. А так бы было 5,9. На тебе. Все. Давай, давай, последний удар, отлично. Все, Арена Мастер лежит, кайфует. Так, ну что нам тут достанется? Ничтожный Джоу. Все ближе и ближе мы с тобой к победе, к финалу. Ну что, здесь, ого, 19 уровень. Слушай, вот это проблема. Надо будет ее как можно чаще перехватывать, чтобы она работала на нас. Да-да-да, это психунья-бегунья, я не знаю, как ее еще там назвать. Давай так вот сделаем. Ага, блин, нифига. Не угомонилась. Так, сейчас начнется, да? А что ты? Блин. Обалдеть. Ну, не слишком ли много пушек вы там достали, а? Вот это мне понравилось. Вот сейчас было великолепно. Они друг друга там перестреляли все. И это было четенько. Мне понравилось. Вообще круто. Круто получается. Дед рулит. Но не всегда, ребята, он спасает. Не всегда. Потому что здесь не было заклинаний, никаких огней, там еще что-нибудь. Поэтому дедуля спокойно стоял и переманивал. Так, ну а мы с тобой двигаемся дальше. Тут гемчики получим. Кстати, у нас 372 гема. Я надеюсь, на следующий винт нам хватит. О! 40-й уровень. Это максимальный, который я видел, ребята. 40-й. Блин, это же эта отражательница, ё-моё. Сейчас отдуплится. Ага. Блин, ну это бесполезно, когда она под щитом, то... Это фигня полная.
Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давайте друг друга там побивайте. Окей. Так, эту пушку надо срочно, ребята, уничтожать. Или переманивать. Прекрасно. Так, что нам надо? Гринч есть? Ага, переманили мы все-таки, да? Ну давай я возьму магичку. Лучше бы, конечно, этого робота взять. Давай, давай, бей по своим. Наверное, тут ему крышка уже в любом случае, да. Эти куры, когда подлетают, начинают без перерыва бомбить. Тут уже спасения никакого нету. 100 гемов мы получили. Круто. Ну что, поехали дальше. Тут остается всего ничего, ребята. Две миссии. 379 и 380. Ну что тут у нас? Ага, опять Альфред. Слушай, а почему тут у него здесь... А, я думал, что это за полоска жизни? Это поднос. Ёпарсете. Это поднос, на котором он несет рюмочку чего-то там непонятного. Пойла какого-то. Так, если мы этого робота сейчас перехватим, это будет шикарно. Три стрелы. На третью стрелу он перехватывает, ребят. Что-то я не увидел, чтобы он на три стрелы перехватывал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, он подходит. Фух. А он был отравлен. А почему отравление? От кого, интересно, повесился на него? Что-то не пойму. Интересно. Че, все, что ли, спекся парнишка-то, я так понимаю, да? А, куры, что ли, травят? По-моему, куры травят, ребят. Ха, а я не знал, что они могут травить. Ладно. Так, ну что, у нас тут 9 монет. 20 опыта и... Че там, буздыганский пузи назовут же? Ну и вот последняя миссия на сегодня у нас. И здесь, ага, здесь есть пламя. Да и фиг с ним, с этим пламенем. Слушай, я, знаешь, что думаю-то? Можно было бы взять вместо магички... Ой, подожди, вместо магички нам можно было бы взять этого... Цветочного деда, конечно же. Стоп. Стоп. Ребят, вы что-то... Окей, дед, цветочный... Ох, как там бумкнул сейчас, непонятно почему. Видимо, краб взорвался, да? Ха-ха, не нравится ему мой дед. А мы вызовем Гринча тогда. Гринч, резай, пожалуйста. Что-то никого не вызывает. Арена мастер никого... Хилочку он врубил, да? Молодец, гениально. Он даже не успел убить курицу эту. Все. Как-то быстро. Ох, какой шикарный сундук. Опыт, загадочный раф и последняя карточка — это заброшенная музея. Все, прошли, друзья мои, мы с вами. Так, что у нас тут? 300 монеточек еще сверху. Опа. Ага. Так, деньга. Цветущий торни. Заброшенная музея. Паучья попка. Сладкий Дэнни. И шутка попка. Вот так вот. Слушай, мы с тобой открыли 20 главу, на которой никого нам не дают. 20 глава. То есть, это получается, ребята, что скоро финал у нас будет. Очень-очень скоро. Видишь? Видишь, вот это вот. Это означает, что, по-моему, финал. У нас же больше такого нету. А, нет, есть. Было вот здесь такое. Так что еще неизвестно, финал это или нет. Когда мы с тобой до туда дойдем, тогда и увидим. Сундуки, я думаю, бесполезно, да, набивать? Хотя бы... Ой, ты посмотри, что тут, ё-моё. Нет, я, конечно, попробую здесь. Но это трэш, посмотри. Ну, так хочется попробовать. Давай посмотрим. Авось получится, но я в этом, конечно, очень сильно сомневаюсь. Авось получится, ага. Этот... Мы не усиляем, ему пофиг, он даже урона не получает, окей? Ага. Фига, у него там рюмок сколько. Давай, вот сюда вот, вы, пожалуйста, перейдите. Есть, ну тут вообще быстро. Тут у нас все получилось четенько. Кстати, скоро у нас будет 14 уровень. Не знаю, сколько нам точно надо еще подраться. А, вон, 28, а нужно 68.
Так, а здесь-то что? А здесь вообще трешняк. Тут еще есть забор у нас, естественно, который будет нам отражать урон 11 уровня. Максимальный, по-моему, который я видел, 12 уровня. Эй, подожди. Да что ты делаешь? Так, ну здесь понятно, здесь надо будет вот так вот. Полетели птички мои. Сюда вот так вот. Переманили. Так, слушай, дед. Заморозка сработала. Слушай, вот это хорошо. А переманим, о. Смотри. Бу-бух, друг друга, короче, поубивали там. Тем круче для нас. Ну, да ё-моё, это, блин. Лучница это Лорен, блин. Окей, опять этот великан тупорылый вышел. На, по-своему, и все. И все, спекся. Так, а сколько мы вообще, поскольку... А, по 28 получаем, понял. Ну что, остается у нас последнее местечко для сундучка. Ох, ё-моё, 7 уровня. Да, мы помним ее. Противная, конечно, да? Гномиха. А, у него тоже ураганчик есть. Ну, в принципе, это хорошо, что у него есть ураганчик. Пускай он моих будет сдувать. Я нисколечко не возражаю. Главное, что у него нет пламени или яда. Вот так вот. А вот то, что вот этот отражает урод атаку обратно в нас, вот это плохо. Давай, передеритесь там друг с другом. Кто, как говорится, кому больше урона нанесет. Давай без вот этих вот кроликов, там всякой прочей ерунды. Деритесь там между собой. Чего он там хиляется еще? Пшу, да он ватник. Он ватник, я серьезно говорю, ребят. Я думал, что он тут будет имбовым каким-то. Все, крышка тебе, парень. На. Фух. 25. А, мы уровень, по-моему, получили, друзья. Да? Статы наши повысились, здоровье на 155 единиц. И ресурсов мы получили еще 20 гемчиков в плюсик. И все забито сундучками. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!